Свыше 100 концертов на всех континентах. Армия фанатов. Все билеты распроданы. Это 30 Seconds to Mars. Поклонники приходят на концерт за несколько часов заранее в надежде увидеть своих любимчиков и вовсю рассуждают, что бы они сделали, если бы у них представилась возможность остаться наедине с Джаредом в запертой комнате на 5 минут. Просто стояли так, сошли бы с ума, тут же описались, обкакались, не знаю. Упал бы на колени и отжался, наверное. Секс — это не главное. Пели бы о любви, и я бы очень хотела вместе с ними спеть, то есть группа «Ранетки» там и прочее. Вот, я надеюсь, что предоставится нам такая возможность в будущем. Сразу же, как только начинается интервью, Джаред вспоминает премию Муз-ТВ, когда Марсы впервые выступили в нашей стране. О, это было потрясающе. Мы бы хотели поучаствовать в премии еще раз. Мы тогда посетили первый раз Россию и Муз-ТВ. Для нас было большой гордостью, что ваш телеканал пригласил нас. Ты знаешь, я люблю говорить по-русски, но мне требуется большая практика. Несмотря на все стеснение, у Джареда знаний в русском оказывается хоть отбавляй. Я очень люблю Россию. Москва — чудесный город. Когда я был в прошлый раз, мне очень понравилась опера. Мне нравятся люди, еда. Я обещаю, что вернусь очень скоро. Фронтмен постоянно удивляет своих фанатов на концерте. То отчебучивает матерную фразу на русском. То в один момент спрыгивает со сцены и бежит в толпу фанатов, добегает практически до середины зала и братается со своими поклонниками. Лето любит поражать своих фанатов постоянной сменой имиджа, почти как Леди Гага, но это не единственное, что связывает их. Не так давно Марсы перепели песню «Bad Romance», и может в скором времени появится новый дуэт. Хотя я уверен, что это было бы очень весело спеть вместе с ней. Мы выступили с этим кавером просто для того, чтобы посмеяться. Будет он петь с Гагой или нет, все равно его будут любить. Это доказывает и тот факт, что исполнение одной из его песен вместе с фанатами проходит даже больше, чем на ура. Hey, it's Jared from 30 Seconds to Mars. Я люблю Муз-ТВ. See you next time. Артем Шалимов, Артем Ласточкин, Муз-ТВ. Ну что стоишь как дуб?